Теперь о крупной спецоперации, которая в эти минуты проходит в дагестанском Дербенте. Полиция и спецназ штурмуют многоквартирный дом, в котором укрываются боевики. Предположительно, они причастны к убийству 9 мая отца бывшего мэра города. Когда стало известно местонахождение бандитов, на задержание выехало руководство местной полиции, начальники ОВД и службы участковых, а также начальник угрозыска. Всех троих ранили. Последнего бандиты, которые оказали ожесточенное сопротивление, взяли в заложники. Как только стало известно, что от тяжелых ран полицейский скончался, спецназ пошел на штурм. Перед этим всех жильцов эвакуировали. И вот самая последняя информация. В ходе перестрелки ранения получили 15 сотрудников МВД. Один ОМОНовец погиб. Об этом нашему корреспонденту сообщили в больнице, куда доставили пострадавших.